Всем привет! Приветульки! Мы будем прыгать на скакалке сейчас. Кто дольше, кто больше, кто круче, кто лучше, кто выше, кто, в общем... Ты не переборщила? Она уже меня боится. Это всего лишь прыжки на скакалке. Тоже. Бери скакалку, а ну давай. Красная. Так, что мы будем играть? Попробуем сначала попрыгать самые простые прыжки. Угу. Самые простые прыжки это вот такие вот, и допустим, 50 прыжков. Давай. Я первая, да? Давай. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40. Устала? Это было легко. Да? Твоя очередь. Давай. Это мы разминаемся. Да. Погнали. 2, 3, 4. Я как-то медленно. Она длинная. 10. Она длинная. Да, я знаю. 20. 30. Надо правильно дышать. 40. Все дрожит. Надо покрути, покрути теперь это круга. Раз, два, три. Натяжечку, натяжечку. Главное, сейчас тебя не треснет, натяжечку. Больно она бьется? Больно? Проверим. Я бы, если бы знала, что он так медленно прыгает, надо было просто на время 50, кто быстрее. Раз, два. Ага. Чем больше, тем лучше. Просто чем больше, тем лучше, да. Сколько хватит сил. Да. Ты понимаешь, что ты подписала сейчас? Так это сложно. Я знаю. Ты максимум 10 раз сейчас делаешь. Да? Да. Ой, ты меня недооцениваешь. А ну. Давай, давай. Попку поправила. Раз, считаем так. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ого. Зацепись! 11. Зацепись! 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Yes! 22. На 22 ты зацепилась. Хорошо, 21. Ну ты такая силачка, нормально. Ты так легонько прыгаешь, будто бы тебе 7 лет. Мне, походу, сложнее, чем тебе. Давай, втягивай живот, подтягивай попу и вперед. Слишком много весит. Меня кидает вниз. Я не могу подпрыгнуть высоко, так как ты. Ты реально легко прыгаешь. Ну да. Я пару раз себе задела ножкой об ножку, и мне было больно. Да? Так, да. Я сейчас попробую сначала один раз просто прыгнуть. Давай. Так. Так. Раз, два. Хорошо. Раз, два.12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Слушай, молодец, я думала, ты там 10 сейчас сделаешь и все, сдашься. Всего. Да? Да. Не знаю, я нормально к скакалке отношусь. Хотя я последний раз в детстве прыгала, мне кажется. Я знаю, боксеры. Они вообще много времени проводят на скакалке. Со скакалкой? Да. И то так. Мне сейчас интересно, насколько быстро я бы смогла попрыгать на скакалке. Как боксер, да? Типа. Да, я хочу проверить именно как можно быстрее, сколько раз я сделаю. Давай за 10 секунд сначала. 10 секунд, ну давай. Так, включаем секундомер. На старт, внимание, марш. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Стоп! 30. 30 раз! Ох, и ты скоростная! Я не сделаю. На старт. Подожди. Внимание. Марш.
Да. Ты 30. Ну, тоже быстро побегала. Я 30, ты 27, да. Хотите быстро похудеть, скинуть вес, накачать мышцы, накачать жопу, прыгайте на скакалке. Это вообще очень сложно вот так бегать. Конечно, по будет, если ты по пальцу себя трясешь. Да, у тебя более резиновая скакалка. На старт, внимание, марш. Как лошадка. Ты неправильно просто делаешь. Стоп. 28. Да. Так как ты на двух. Ты типа высоко колени понимала. Да, я понимаю, но я не могла как-то по-другому. Сейчас я немножко выдохнусь. Ой, чувствую, у меня вот тут будут ноги болеть. Да, и когда эти мышцы еще... Ну, а, ладно, иди. Сейчас посмотрим. Держи. Старт, внимание, марш. А ты сколько? Я 28. Я сбилась. А сколько там секунд осталось? Ну ты на 8 секунд. На 8 секунды, да. Блин, ты быстро! Давай еще раз. Я медленно. Давай еще раз. Нет. Ты хочешь? Нет, не хочу. Ты выиграла. А, лучше быстро пошла. Ты выиграла. Так, хорошо. Двойные. Двойные просто. 2-0. Да, 2-0. То есть ты уже победила два раза. Два? Нет. Два... А, да. Два. Нет, ты что-то сделала больше. Вот этих ты сделала. А, да, значит 2-1. 3-1. 2-1. 2-1. Мы три конкурса провели. Да, 2-1. Так, теперь делаем двойные прыжки. Ты умеешь вообще двойные прыжки делать? Ну, когда-то я умела, сейчас не помню. Можно вспомнить. Помечок тебе тоже, смотри. Ай, класс. Утибузы. Утибузы, ну так стоит. Лапками держишь. Сделаю. И так, ты хочешь типа подряд сделать? Просто сколько раз подряд я смогу сделать? А, без секундомера? Без. Давай. Давай. Так. Я отдохну. Двадцать. Больно? Ой, блин. Я не так больно, ужас. Я не буду повторять. Нет, ты просто сгибай ноги. Я же начала выпендриваться с ровными ногами делать. А. Сначала сгибала, а потом... Сколько ты сделала? 20. Капец. А если бы я сгибала каждый раз, ну, чтобы было больше. Я не буду, чтобы... Ну, я на скакалке, я же гимнастикой занималась. А, ты художественная? Да, у нас там была скакалка. Конечно, а художественная гимнастика занималась. Так нечестно. У меня в спортивной гимнастике вообще не было скакалки. Ну да. Только бревно, брусья, акробатика и прыжок. Попробуй сначала. Давай. Ого! Я как корова! Сколько я этого раз сделала, можно не запоминать, да? 20! Да? Я сделаю 20. Уже подряд. Я сделаю, может, два раза. Ты как-то поздно... А ну прыгни один нормальный, а второй двойной, и пойти потом двойные. Я первый нормальный прыгаю обычно, чтобы... Короче, давай, считаем. Ого, я не сделаю. Нет. Давай, попытайся два раза подряд сделать. Нет! Чувствую себя позорище, позор! Да просто, ну, если ты этому не училась специально. Вообще не учила, у тебя как-то руки вообще не... У меня шатают. Да, у меня руки как-то здесь закреплённые. Ты же закреплённые, да. Я не сделаю два раза. Как ты так делаешь? Как ты так делаешь? Давай, покажу. Давай. А ну дай посмотрим на твои руки. Смотри. Капец, я не смогла. Видео превращается в обучение, как прыгать двойные прыжки. Да, у меня не получилось. Я руки держу вот здесь и кручу только кистями, а ты много времени тратишь на вот это. Ну да, я машу руками. То есть фактически надо прыгать их с ровными ногами, но надо просто для низкого. Да я сейчас просто распустила волосы, у меня все получится. Капец. Ну ты как-то взлетаешь, как будто бы придерживаешь себя в воздухе. Капец. Ох, круто. Да. Круто. Сразу видно художественный гимнастик. Я накачу. Ну давайте хотя бы два раза. Я должна сделать, но мне страшно. Ручки ниже, высоко не поднимай. Руки вот здесь. Один простой и потом два. И вот тут вот держи руки.
О, yes. Сделала. Да. О, я не сделала правильно сейчас. Вот да. Давайте не сгибать, а ровнее вытягиваться наоборот наверх и выше как прыгать. Давай три попробуем. Не ноги сгибать, а выше как прыгать. На колени болят. Как-то так все резко. Надо собраться. Я будто бы перед бревном каким-то. Мне легче сделать сальто на скок на бревно, чем сделать два раза. Да, вообще, а я бы даже попробовать побоялась. Видишь, как там стоит. Все, я два, я не могу три. Вообще, нет, я сразу стараешься ноги выше, а когда ты ноги выше сгибаешь, ты меньше прыгаешь. Ну да. У меня нет опыта, это нужно потренироваться. Да, это как на стойке, надо неделю постоять на стойке. Короче, сегодняшний челлендж победила Виктория. Ура! Это только из-за того, что у тебя есть мастерство со скакалкой. Конечно. Итак, сегодняшнее соревнование выиграла я. Я. Мне очень приятно, конечно. Ну, я надеюсь, что Алена будет тренироваться, и следующий приезд она меня выиграет, а я постою на стойке. Я хотела тебя ударить. Ну да, да. Ты прочитала мои мысли. Да. Блин, так смотрится. Я с тобой больше не играю. Ты слишком сильная. Да ладно. Ты тоже. Ты меня зато научила стойку делать правильно. А ты мне два раза на скакалке сделать, прыгнуть. Ну, будем тренироваться. Я стойки, ты прыжки. Да, будем тренировать друг друга. Так, ну что ж, вот таким был наш челлендж. Мне понравилось. Мне тоже понравилось. Я надеюсь, что вам тоже понравилось. Другие наши спортивные челленджи смотрите по ссылочкам на Алёниным канале, на моем. Там мы много всего наснимали. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. И обязательно встретимся в следующих видео. Пока-пока. Подписывайся на канал Виктория. Вот так надо сказать. Фу, ну давай. Нет, не да, надо. Давай. Приготовились. И подписывайся на канал В. Виктория.